Какое местоимение использовать: du, ты или sie, вы? На самом деле это очень хороший вопрос, над которым я предлагаю тебе сегодня поразмышлять вместе со мной и, конечно же, разобрать лексику и грамматику, которые пригодятся для обсуждения этого вопроса. Привет, меня зовут Оля и на этом канале я рассказываю про немецкий язык и его изучение. Как и в России, в Германии обращение на ты становится все более популярным. Ведь с ним сокращается социальная дистанция и разговор становится более непринужденным. И даже в корпоративной среде запросто можно такое встретить. И такие коллективы более открытые и дружелюбные к новым коллегам. А вот вы отстраненное и уважительное обращение. Так что да, между ты и вы большая разница. И пока что для некоторых немцев эта разница существенна, особенно в деловой жизни. Но можно ли точно определить, когда какое обращение использовать? Конечно, мы же говорим про немецкий язык, а значит определенно есть правило, которое нам в этом поможет. В повседневной жизни все просто. Тыкать принято в кругу семьи и близких друзей, а вот выкать по отношению к взрослым незнакомцам. Но в корпоративной среде все не так просто, и все зависит от ситуации. Предлагаю вместе прочитать правила для обращения на немецком языке. Сначала только замечу, что глаголы «тыкать» и «выкать» есть и в немецком языке тоже. «Тыкать» – это «дутцин», а «выкать» – это «sitzen». Man personen, die älter sind, als man selbst. Обращаются на «вы» к людям или выкают к людям, которые старше, чем сам обращающийся. Посмотри на структуру этого предложения. Здесь используется определительное придаточное предложение. В русском языке для его образования мы пользуемся местоимением который и другими его формами. А вот в немецком языке это местоимение очень похоже на определенный артикль. И чтобы понять, в какой форме это местоимение должно стоять, нам нужно сначала определить, к какому слову оно относится. В нашем примере оно заменяет слово дипьязонан в уменительном падеже множественного числа. Значит, именно в этой форме должно стоять это местоимение. И как во всех придаточных предложениях глагол уходит в конец. Также здесь есть прилагательное эльца, оно образовано от прилагательного alt и стоит в сравнительной степени, компаратив. Чтобы ее образовать, мы в конец добавляем окончание er и так как прилагательное короткое, добавляем еще и umlaut получается эльта. Man sitzt» Personen, die einen höheren Status in der Firma haben, in der man arbeitet, auch wenn die Vorgesetzten jünger sind als man selbst. Выходят люди, которые имеют более высокий статус в фирме, в которой обращающийся работает, даже если руководители моложе, чем сам обращающийся. Здесь у нас целых два придаточных предложения. Давай разберемся с ними по порядку. Die einen höheren Status in der Firma haben. Здесь die снова указывает на die Personen в именительном падеже множественного числа, как и в прошлом примере. Hören – это компаратив от прилагательного hoch. В именительном падеже было бы höher, кстати, обрати внимание на произношение этого слова. Звука «ха» в середине здесь нет. А окончание добавляется, потому что в нашем примере прилагательное стоит в винительном падеже, так и существительное, к которому оно относится. Индиафима стоит в датив. Если у тебя вдруг остались вопросы, почему здесь нужен датив, а не акузатив, то пересмотри вот это видео, в котором мы подробно это разбирали. In der Mann arbeitet. Здесь уже поинтереснее. In der отсылает нас к in der firma. Dativ, женский род. Как ты можешь заметить, как и в русском языке, в немецком вполне нормально ставить предлог перед относительным местоимением. Auch wenn die sind, als Mann selbst. Здесь интересное слово «дифуагезетстен». Оно образовано на глагола – «выдвигать». От этого глагола взята форма «патицепцвай» – «фуагезетст», которая отдельно является прилагательным. И от этого прилагательного уже образовано существительное. Но с такими существительными нужно быть очень внимательным, потому что они меняют окончания совсем как прилагательные. Например, единственном числе нужно помнить обязательно про род. Ein Vorgesetzter, der Vorgesetzte, руководитель. Eine Vorgesetzte, die Vorgesetzte, руководительница. И, соответственно, с определенным артиклем множественного числа к прилагательным добавляется окончание en, поэтому die Vorgesetzten. У тебя также может возникнуть вопрос, почему я говорю, что здесь глагол стоит в конце, ведь после него еще есть часть с «als man selbst». На самом деле в русском языке более выражено, что это отдельная часть предложения, потому что там она явно выделяется запятой. Но и в немецком языке она также воспринимается отдельной частью. Не будет ошибкой сказать wenn die vorgesetzten Junge als man selbst sind». Но поставить полностью ее в конец будет более аутентично. Ältere Kollegen bzw. Kollegen, die schon länger als man selbst in der Firma arbeiten und Vorgesetzte bieten das Du an. Man kann nicht einfach selbst das Angebot zum Du machen. Старшие коллеги, в том числе коллеги, которые уже дольше, чем сам человек, работают в фирме и руководители предлагают перейти на ты. Человек не может самостоятельно сделать предложение перейти на ты. Die schon länger, als man in der Firma Попробуй подумать самостоятельно, почему здесь относительное местоимение стоит в форме d. А если хочешь проверить себя, пиши в комментариях, и я обязательно отвечу, правильно ли ты понял правила. Здесь я тебе снова предлагаю самостоятельно подумать, почему окончание у слова «forgesetzt» именно такое, и почему здесь нет никакого артикля. Также я хочу заметить, что как существительные «ты» и «вы» имеют средний род, и поэтому «das du» и «das sie» im Umgang mit Kunden gilt. Der Kunde bietet das du an, unabhängig vom Alter. При общении с клиентами считается, клиент предлагает перейти на ты, независимо от возраста. Я надеюсь, что в этом предложении все понятно, но если это не так, ты всегда можешь спросить меня в комментариях. Получается, что общение лучше начинать с вы, а собеседник уже может предложить перейти на ты. А если вдруг ты окажешься в ситуации, когда захочешь предложить перейти на ты, можешь пользоваться этой фразой. Uns gern Мы можем с удовольствием перейти на ты. Тыкание и выканье также зависит от сферы. Например, в юридической и банковской сферах часто выкают, а вот в стартапах, в сфере IT, в сфере моды и других молодых сферах часто с самого начала тыкают. Но в любом коллективе вполне нормально спустя время перейти на ты. Но помню что не должно быть ситуации, когда ты обращаешься на «ты», а к тебе на «вы». И наоборот, либо оба на «ты», либо оба на «вы». Давай еще рассмотрим другие вежливые фразы, с помощью которых можно предложить перейти на «ты». Wir arbeiten jetzt schon so lange zusammen. Wollen wir uns nicht einfach duzen? Wenn Sie das aber nicht möchten, können wir auch gern beim Sie bleiben.

Если вы этого не хотите, пожалуйста, скажите мне это. На нашей хорошей совместной работе это никак не отразится. In unserem team duzen sich alle. Ich heiße... В нашей команде все обращаются на ты. Меня зовут Ich möchte Ihnen das Du anbieten. Mein name ist... Я бы хотел предложить вам перейти на ты. Меня зовут. Wie wäre es, wenn wir uns ab jetzt duzen? Wenn Ihnen das unangenehm ist, ist das Sie für mich natürlich auch in Ordnung. Как насчет того, чтобы с этого момента перейти на «ты»? Если вам это неприятно, то обращение на «вы» для меня, конечно, тоже в порядке вещей. Я оставлю все эти варианты в описании, чтобы тебе было проще себе их сохранить. А как ты привык общаться с коллегами? Предпочитаешь обращение на ты или на вы? Делись со мной в комментариях. Ставь лайк, если было полезно и интересно, и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока!